Здравствуйте, меня зовут Ирина. В данный момент за окошком идет снег. Это очень приятное зрелище. Данный канал я открыла для того, чтобы рассказывать и показывать вам, как сделать ту или иную игрушку. Как создать выкройки, как крепить глазки, как собирать игрушку, как правильно набивать. Ну, всякие мелочи, которые, возможно, пригодятся кому-нибудь. На примере моего опыта. Сейчас я нахожусь в своей мастерской, где я работаю, творю. Ну, я не люблю слово «работаю», поэтому творю. Большую часть времени я провожу здесь. Мои материальчики. Моя любимая мастерская. Практически 99% сделано своими руками. Что-то куплено, что-то подарено. Буду рада, если подпишетесь на мой канал. До новых встреч!